в МВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу проведен круглый стол с юридическими лицами. В отделе по вопросам миграции у МВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу проведен круглый стол с юридическими лицами, которые привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности на территории округа. В работе совещания принял участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД, подполковник полиции Сергей Маско, сотрудники иммиграционного контроля и организации миграционного учета и юридические лица. Сотрудники ОВМ довели до представителей организаций и индивидуальных предпринимателей информацию об обязательных требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере миграции. Также полицейские разъяснили порядок оформления разрешительных документов для иностранных граждан. В завершении встречи сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу ответили на интересующие вопросы приглашенных. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели акцию «Важно знать». Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели для студентов местного колледжа акцию «Важно знать», направленную на предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетними, а также предотвращение распространения радикальных идей среди подростков. Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД, подполковник полиции Елена Белякова, рассказала ребятам о таких понятиях, как радикализм и фанатизм, о проявлениях в современном мире. Молодых людей проинформировали об уголовной ответственности за распространение в социальных сетях и сети интернет материалов, оправдывающих радикальные идеи. Полицейские рекомендовали ребятам быть бдительными и осмотрительными при общении в социальных сетях, не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям. В заключение студенты задали вопросы стражи порядка. Слушатели интересовали темы, касаемые фанатских движений и ответственности за правонарушения в этой сфере. В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. В дежурную часть УМВД поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что на улице Дружбы неизвестный совершил кражу мобильного телефона. Сумма ущерба составила 8000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.